Я просто бедная старушка. Не трать на меня время.
ты, гляди, что мы тут с другом нашли. Если хочешь, могу и тебе продать. У старого Двемерского моста, далеко на западе. Если заплатишь, покажу тебе это место на карте. Вот спасибо, развалины находятся тут. Погляди. Угу. Да? Руда!
этого хочешь? Напрягись. Хватит.
сейчас! Руда! Come on!
Видок у тебя какой-то потрепанный. Ты как, в порядке? Нужно что-то? Это таверна, старый, по-разному. Хочешь есть, пить и то, и другое? Следи за словами. Мы тут не любим лишней болтовни. Ты что, не знаешь? Магия — это опасно. Но если прям так хочешь учиться, иди в коллегию в Винтерхолде. Там чему хошь научат. Ой, не, я знаю. Чародей Ярла может тебя поучить. Он куда ближе. Ладно. Я так понимаю, ты хочешь снять комнату? Люди говорят, что в Рифтоне есть кто-то, кто может переделать твое лицо, полностью изменить твой облик. Да-да, во вторую эру сам Тайбер Септим вел войско, которое отвоевало старый Хролдон у варваров предела. Потом Септим основал империю, объединившую Тамриэль. Но первая его победная битва, вошедшая в историю, состоялась именно здесь. И в нашей гостинице до сих пор та самая кровать, на которой спал великий полководец после освобождения старого Хролдона. За эти сотни лет она ничуть не обветшала. Это большая комната с двухспальной кроватью. Желаю хорошего отдыха. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Я сам сменил постельное белье. Все чистое. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно.
Если набьешься в стельку, тебя выставят. Пьянчуги нам не нужны. Хьял, ты обещал мне, Хьялти. Обещал, когда мы грабили Хролдом, что мы станем названными братьями. Я ждал. Даже когда стрелы врагов пробили мою грудь, а их молоты сокрушили мои кости, я ждал. Дай мне свой меч, Хьялти. Мы станем братьями, как ты обещал. Я соскучился по дням битвы. Хьялти, ты не помнишь меня? Мы две войны прошли вместе. Ты не раз спасал мою жизнь. Рудар!
Фус! Руда! Стой, чужак. По кодексу Малаката эта крепость принадлежит оркам. Твоим сородичам сюда хода нет. Это наша крепость. Здесь мы живем по обычаям, завещанным Малакатом, вдали от назойливых нордов. Ты не орк и не родич по крови, так что убирайся прочь. Мы помогаем только своим. Он деидрический повелитель орков, хранитель кровной клятвы и проклятия крови. Мы соблюдаем его кодекс и живем по его заветам. Но ты не из наших, тебе этого не понять. Есть несколько великих крепостей, достойных упоминания. Душник-Ял, Мор-Казгур, Нарзулбур и Ларгашбур. Мы слышали о зачарованных латных перчатках, которые стерегут опасные люди, звери или еще кто похуже. Их именуют перчатками мастера-кузнеца. Принеси их нашему вождю, и он решит, можно ли считать тебя родичем по крови. Посмотрим. Убивать мы тебя не станем, чужак, но лучше уходи поскорее. Региону всегда были нужны сильные и умелые воины. Если думаешь, что справишься, наш штаб расположен в своих. Thank you.
Боги, что же это творится такое? Мне с тобой не справиться. О, боги! Что же это так? Что такое? Выглядишь. Иди только меня не зарази. До встречи. Мой сын Леонтий же... Все верно. В старом трактире на юге этот нескладеха совсем забыл своих стариков. А мне что прикажешь делать, если драконы спалят ферму?
Ты же путешествуешь, верно? У меня есть для него письмо. Передай ему, какой он жалкий неудачник. Хорошо. Только смотри, чтобы этот гусь тебе денег дал. Что за глупый вопрос? Посмотри на меня. Это что, лицо мальчишки? Я прожил тут без малого 50 лет. Ничто не заставит меня покинуть эти земли. Ты что же, дальше собственного носа не видишь ничего? Вон там впереди большой город. Маркарт, отправляйся туда. Если только не решишь остаться и помочь моей жене с посевами. И через 50 лет ты будешь на том же поле собирать те же посевы. До встречи. Вы только поглядите. Гость на наш... И не обращай внимания. Честная плата за честную работу. Ладно. Шахту Болтскегар. Только мы остались. Вот. Идите-ка вы оба внутрь, отдохните. Я передам Ярву. Слава богам, мы вышли. Проклятые изгои. Похоже, на шахту в Калскегре напали изгои. Эти ненормальные наглеют с каждым годом. Выжили только Павон и Гад. Я отправлю весточку Ярлу, но не знаю, когда придет помощь. Всем нам станет спокойнее. А Павон наверняка найдет, чем тебя отблагодарить. Но это пустой разговор. Ты не разберешься с толпой изгоев в одиночку. Они тебя достанут не топорами, так магией. Да, я хозяин шахты. Если хочешь взять кайло и нарубить железо, не стесняйся. Я заплачу за все, что принесешь. Я куплю все, что тебе удалось добыть. Ага. Надеюсь, Павон сможет скоро вернуться на свою шахту. Всем нужен дом. Почему все такие грустные? Если изгой... Как ты себя чувствуешь? Правда? Да хранят тебя боги в битву. Изгои захватили Калскег. Что дальше? Бедные Павон и Гад. Пережить нападение изгоев. Путешествовать по пределу опасно. Ну, куда едем? Само собой, это старый город. Говорят, его еще гномы построили. А когда они исчезли, сюда пришли туземцы. Ну, а во времена Тайбера Септима тут обосновались норды. Не все этому были рады, понятное дело. Они зовут себя просто народом предела. Судя по виду, близкие родичи бретонцев. Когда-то у них было собственное королевство, пока не пришли норды. А теперь ими все помыкают. Да, по крайней мере, ученые так говорят. Ты посмотри, каменная кладка точно не нордская. Под каменной крепостью есть один старый эльф по имени Калсельма. Он тебе расскажет поподробнее. Он столько книжек про это написал. Ну да, целая толпа местных, которых зовут изгоями, поднялась против нордов.
Выгнали они их. Тогда пришел Ульфрик со своими ополченцами. Это, небось, то еще зрелище было, как он своими воплями положил толпу народу. Ты думаешь, это был конец? Если бы. Недобитые изгои все еще прячутся в холмах, как бешеные волки. Может, еще свидимся. При деле тебе понадобится добрый лорд. Ярл Игмунд слишком молод, чтобы управлять владением, особенно пределом. Неудивительно, что он остался верен империи. Его отец помог арестовать Ульфрика Буревестника после Маркардского инцидента. Это как раз главная причина, почему Ульфрик восстал против империи. Ну, или, по крайней мере, последняя капля. Изгои захватили Маркард, а Ульфрик и его люди прогнали их. Имперцы пообещали Ульфрику, что норды смогут свободно поклоняться Талосу. Вот только эльфам об этом никто не сказал. Сюда заявилась целая толпа талмарцев и потребовала ареста Ульфрика. До того, как пришли норды, мы поклонялись старым богам. У нас было свое королевство. С тех пор было много и плохого, и хорошего. Однако некоторым людям сложно смириться с тем, что они не правят собственной землей. Они и есть изгои. Изгои живут согласно древним традициям, хотя некоторые из них лучше бы забыть. Кровавые жертвы, призыв Даэдра — эта дорога до хорошего не доведет. Пусть дорога твоя будет без ухабов. Хочешь обученного боевого пса? Самый свирепый спутник, которого может... Моя семья этим занимается уже много лет. Без собаки в пределе не обойтись. Плохо быть одному, когда вдруг нападают изгои. Я сам обучил целый помет щенков для ярла. Кстати, нужно отправить в крепость еду для собак. Говядина с пряностями. Они ее обожают. Ну надо же, спасибо. Отнеси это Войде, она занимается собаками ярла. Смотри, не упади. До встречи. Ты впервые в Маркарте? Мой тебе совет, увидишь что, не вмешивайся. Городская стража обо всем позаботится. Ну вот, я же говорю, лезешь куда не надо. В Маркарте не задают вопросов. Так для всех безопаснее. Ступай. Не суй нос куда не надо, и у тебя не будет с нами проблем. Только попробуй нарушить закон. Когда ты и меня... Отправишься прямиком в шахту... А потом мне прострелили колено.